Брекзит все же состоится. Несмотря на жаркие споры, Великобритания покинет Евросоюз в 2019 году. Об этом заявил министр финансов этой страны. Британцев уже начали пугать наплывом некачественных товаров после выхода из ЕС. А в Шотландии всерьез обеспокоились судьбой главного достояния этого региона – виски. Все подробности узнаем от Алексея Пшемыского. Шотландские производители скотча рискуют уйти в штопор. Предприниматели боятся конкуренции со стороны Европы после выхода Британии из ЕС. Дело в том, что в Евросоюзе заветное слово «скотч» на бутылках имеют право писать лишь шотландцы. Это приносит Великобритании более 4 миллиардов фунтов в год. Но вот в случае Брекзита нишу могут занять другие европейские страны, которые получат право экспортировать уже свой скотч. В первую очередь это грозит британскому экспорту США. Тем временем британцев уже пугают ножками Трампа, некачественной американской курятиной, которая может заполонить местные магазины в случае развода с Европой. На днях местные СМИ опубликовали фото и видео с американских ферм, где кур выращивают в ужасных условиях, а перед продажей промывают хлором. Но вот британское правительство такие страшилки, похоже, не пугают. Во время визита в Бразилию с целью провести торговые переговоры министр финансов Филипп Хэммонд в очередной раз подтвердил, Брекзит состоится. Никто ничего не станет переносить. Как говорит Мишель Барне, переговорщик от ЕС, часы тикают. И время истечет 29 марта 2019 года. Это день, когда Великобритания покинет Евросоюз. Часы определенно тикают и для правительства Терезы Мэй. На британского премьера уже обрушился шквал критики за слабую позицию в переговорах с ЕС. Напомню, Европа требует от Туманного Альбиона за развод более 60 миллиардов евро. Здесь же предлагают разойтись полюбовно. Но пока переговоры Лондона и Брюсселя не продвинулись ни на йоту. Из Лондона Алексей Пшемыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.